сегодня я прилетел из Ванкувера. Вот видите, обратите внимание, на мне форма американской сборной, потому что наши все. Прошу прощения. Канадскую мне не хотелось надевать, потому что там тоже очень много всего было немножко так подтянутого, да, и команда выступала очень хорошо. Ну, ладно, впечатление про Олимпиаду. Потом я пришла сегодня первый день, и я в таком шоке маленьком, потому что у нас уже все работает, работает камера, сейчас мы пойдем туда смотреть. Михаил Прохоров. По словам олигарха, надо ездить на... Спасибо, ребята, я иду к вам. Сейчас, подождите секундочку, я хочу повторить. Значит, кто у меня стоял за вторую камерой сейчас? На вторую камеру кто у меня сейчас стоит? Кто у меня есть? Это у меня какая? Я имею в виду самолет. А, вот на пятую. Вставайте за пятую. Да, 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 да. Так, а теперь восьмерка. То он должен быть по центру только на второй камере, все равно. Да, когда он один. По словам олигарха, премьеру могли быть предоставлены уверенные документы, когда готовилось совещание по инвестициям так, это в энергетику. Так, о том, что в ВТК-4 одной из компаний Прохорова нет даже планов работы. Стоп! И голову можешь подрезать два. Видишь, как на первой хорошая композиция? Можешь плавно, поправляйся первая, вторая, поправляйся. Вот так голову подрезай в кадре, молодец, получается, хорошо. И грамотную тренерскую работу. Мне кажется, с нашей стороны имело место некая самоуверенность и такое самохвальство. Пять плотнее. Да, мне тоже так кажется. Неподалеку от Южной Америки. А, то есть монат так.